Всем доброго утра! Без 15:09, даже без 20. Йогурт у нас уже готов. Я его поставила в холодильник охлаждаться. Вот он здесь, прямо в рецепте, на коробочке так и написано. В инструкции, что его обязательно нужно поставить в холодильник. Так что пока он охлаждается, мы идем за малиной. Кто это, сына? Амина. Клубничка? Ну давай, ставь здесь, мы сейчас, скажи, йогурт будем, бабуля, мы же делали йогурт. Да, вы чё? Он сейчас постоит в холодильнике, а мы еще за малинкой. Давай, да? Я. Пошли малину соберем. Ну что там, рассказывай. Вот там, да. Ой, слушай, надо ветерок такой, да? Надо все-таки будет и кофточки нам одеть, да? Да. Ты и тут увидел малинку? Ну иди там сорви малинку и пойдем туда на малинку, хорошо? Туда. Да. Ага. Давай. Сорвал? Хочешь, кушай? Или нет? Или будем ложить в коробочку? Жить, давай, пошли еще собирать, да? Тут малинки у нас наспело. Будем сейчас собирать. Мы собираем с Афонькой малинку. Афоня вот нашел, тут много малинки наспело, да, сынок? Афоня сам рвет уже и кушает. Тебе вкусно? Угу. Что там за идет? Идем до братанова. Братаны тут у нас на рыбалке утром. Поймали? Да. Поймали даже рыбку. Афонь, давай я малинку подержу, хорошо? Да. Давай. Красноперочка. Красноперочка. И крючок порвался. Да? Так ты не можешь теперь сделать? Ой, я поплавок. Мама, так она там здоровая. Я показала уже. Да. Да, мама. Здоровая, да? Угу. Мама, да. Так, ну что, мы пойдем йогурт с малинкой кушать? Или вы еще чуть посидите? Да, сейчас посидим чуть. Мам. Не, мама, ну здоровая. Ну да. Я ее там между камышами вытяну. Она, смотри, я вот так увидел, вот прямо же, там сейчас течение сильно, он вот так прямо, потом раз свернул, я потянул, и потом опять прямо, раз свернул. Так, вы еще посидите? Ну, когда мы будем уходить, мы покупаем. Ну, мы уже идем, мы малинки нарвали, сейчас пойдем йогурт кушать с Афонькой. Вкусно тебе? Так, ну что, Афонька завтракает. У него на завтрак йогурт наш домашний и малинка. Ну, как тебе, сынок? Там малинка. Там малинки ты накидал, да? Очень хорошо или не очень? Как тебе, вкусно? Хорошо, да? Да. А мама себе будет готовить смузи. Это смузи такое летнее. В общем, что в него будет входить? Это овсянка, замоченная водой, залитая просто водой комнатной температуры, и стояла она всю ночь. Сейчас сезон малины, поэтому я буду добавлять малину. Дешка нам принес немножко клубнички, несколько клубничинок для сытости, еще для всех вот этих витаминов, орехов, омега. И я буду добавлять орехи кешью. Для сладости у меня будет финики, из которых я вытащила косточки, и чернослив. Вот, и сейчас еще порежу немножечко моркови. Вот я порезала морковь, и сейчас все это буду смешивать в блендере. Так, ну что, я все сразу заложила в блендер, и сейчас все это будем взбивать. Теперь обязательно нужно попробовать, потому что вдруг не хватает сладости. Мама, или еще чего-нибудь. Я хочу. Угу. Мне кажется, всего хватает и не очень сладко. Есть кислинка.
очень сладко, есть кислинка. Да? Да. Сейчас буду разливать все это. Хочу вам напомнить о том, что мастер-класс мне проводила шеф-повар Мария Курсакова. Очень все это было интересно. Сразу скажу, мастер-класс шел около 45 минут, в котором была не только теория, но я же еще и приготовила смузи по рецепту именно Марии. Все ингредиенты были строго отмерены в граммах. Сейчас у меня не так, сейчас я все ложила по вкусу, потому что у кого-то слаще малина или клубника, у кого-то кислее, может быть, нужно еще побольше чернослива, можно еще положить банан, он тоже дает сладость. И в этом мастер-классе была даже некая, оказывается, есть даже формула смузи. В общем, это было все очень интересно, какие основы, может быть, и вода, и чай, и соки. В общем, там все очень интересно расписано, что еще туда можно добавлять, даже специи. Вот, и внизу под видео будет ссылка на сайт, на котором все очень интересно, там тоже есть рецепты на этом сайте смузи, есть всякие интересные факты о том, почему, например, нужно пить смузи именно с трубочкой, с трубочки, ну, в общем, вы меня поняли, и если вы вдруг тоже пожелаете пройти этот мастер-класс, он по скайпу, то есть никуда не нужно выходить из дома. Время и дату и время оговариваете тоже, то есть решаете это вы сами, чтобы вам было удобно, чтобы вас никто не отвлекал. И будет 5% скидка до конца лета. Вот, внизу будет написано кодовое слово «Суперсмузи». Вот, так что если вам интересно, то обращайтесь к Марии. И она вам все интересно, очень и подробно расскажет. А мы сейчас будем завтракать. Да, сынок? Мам. Что? Ты будешь пить смузи? Да. Мама, знаешь что? Я хочу приготовить мороженое из конфет. Ну, вот это на палочку. Да? Да. Ну, я подумаю, хорошо? Купил сначала несколько конфет, потом их заложу. Я все натыкаю и поставим в морозилку и делаем соус из конфет. Да, еще, кстати, хотела напомнить, рассказать о том, что смузи, оказывается, может храниться в холодильнике. То есть есть ограниченное время, которое он может храниться и в контейнере прекрасно себя чувствовать, если вдруг вы не допили его. То есть его не обязательно выливать. 48 часов, по-моему, он может храниться. Да, и там даже Мария рассказала очень интересное сочетание, беспроигрышное сочетание, например, огурец, мята, то есть те, которые точно будут вкусны и понравятся, потому что можно такого намешать, да, что будет что-то не очень. И как, кстати, все это исправить, если вдруг получилось не очень? Мария тоже рассказывала. Ну что, берем стаканчики? Вкуснота. Да, бывает, кстати, не пьется, потому что там орешки застряют, некоторые кусочки орехов, такие достаточно крупные. Но мне нравится. Отличный перекус, мне кажется, и для детей, потому что трубочка – это, мне кажется, ключевое слово в детском питании. Потому что конёна там есть дымка, и маленькие орешки попадают уже. Угу. Тебе вкусно, Семен? Ага. Вот. И мне кажется, для занятых очень быстренько можно заодно и поесть, и попить одновременно. И если смузи, то это не значит, что ты какой-то вегетарианец. Хотя сейчас туда добавляют и кефир, и молоко. Ну, то есть, а по-моему, это все-таки более растительное, то есть туда нужно добавлять все растительное животного происхождения, вроде бы сначала там, ну, в истории, да, смузи, это все же что-то из растительных компонентов, но сейчас уже и обычный кефир, оказывается, еще можно делать молочко из растений, ну, как бы даже из ореха, вот, да, из миндаля, можно делать молочко, и это будет основой, ну, очень много всяких вариаций, и очень быстро и вкусно получается. Главное, питательно, потому что здесь овсянка и орехи, и чернослив. Все очень удобно. А что это за чернослив? Такой. Хочу добавить. А я его уже добавила тебе и взбила. Не, я не хочу взбитым.
Большие достаточно. 5 ребёшек, обалдеть. И таких... тогда мисочку надо же их солью засыпать. Ну да, надо засыпать. Помой. Не, ну таких и больших прям. Ну да. А где бабушка, говоришь, там? Там. Наташка? Они собирают ягодки, они не хотят компота. Антоха вот собирает ягоды, да? На компот? Да. Молодец, сыночек. Давай. Потом я еще эту соберу, и куда мне, в мисочку? Угу. А кто здесь разбулся? А ну-ка, обувайся. Вот тут личинки лежали, муравьев. Да? Ходите, мама. С этими, с муравьями садили. Я буду пытаться их выращивать. А что? А тут так обуйся только, ту-ту-ту. Обегала. Говорю, что хочешь компота. Все будут все равно компота. Рви, рви, сынок. Если ты хочешь рвать, рви, хорошо? А если не хочешь? Тогда не рви. Так, у нас уже 2 часа, а Фоньку я сейчас спать уложила. Мы тут нарвали с Антохой куст смородины, оборвали, черный. Антоха там еще хочет фруктовый лед себе. Да? Малина пошел нарвал. Угу. Григорий, тут йогурты. Это залил. Малину положил в стакан, залил воду, поставил в морозилку и теперь ждет. Да? А ты что, йогурт ешь? Ты с чем его? Просто? Я режу клубнику, положу несколько штук порезал, потом сахарка, ложку жарю, угу. И несколько еще малины. Ну давай, кушай. Я сейчас буду готовить ужин, цветную капусту. Начнем с нее. Разобрала ее на соцветия, добавила воду холодную в кастрюлю. Сейчас ставлю ее на огонь, подсаливаю цветную капусту. Вот, и она немножечко приварится после закипания, буквально пару минут, и буду доставать ее. У меня вот еще мясо, сейчас я его перемолю в фарш и сделаю что-то типа тюфтелек, фрикаделек с... Только с пшеном, а не с рисом. Вот здесь вот поставила уже пшено, чтобы оно приварилось немного. То есть закипит, и я его выключу. Вот. И заодно пока сделаю фарш. И в духовке буду запекать фрикадельки, тюфтельки, не знаю, тефти или кому как больше нравится. К нам гости приехали с вот такими вот вкусными пирожными. Ну не знаю, насколько вкусными, но красивыми, с поросятами, с какими-то. Вот. Главное не пропустить мне пшено, чтобы оно не пригорело. Мясо порезала уже на кусочки, лук. Кажется, Афанасий проснулся. Бери свои шлепочки, пойдем посмотрим, где наши гости, да? А кто приехал, ты знаешь? Кто? Скажи, сына, кто? Пойдем искать. Где наши гости? Привет, привет, Паш. Здрасте, здрасте. Афоня встал. Да, только проснулся. Ой, Афонь. Я на дуршлаг теперь капусту слила. И подожду, пока она немного остынет, и буду ее отправлять в духовку. Ну что, вот моя цветная капуста, которая уже немножко подостыла. Я сейчас сразу включаю духовку. Как всегда, 200 градусов. Вверх-вниз у меня электродуховка. Вот, и здесь немножечко у меня совсем была капелька майонеза. Вот сюда вот я еще положила сметаны. Пару столовых ложек, 2 яйца. Вот, саму капусту я сейчас посолю и поперчу. И вот этой всей заливкой можно, конечно, очень вкусно будет, если добавить тертый сыр. Ну, так как тертого сыра, тертый сыр у нас ушел нам все на бутерброды в микроволновке, поэтому вот этой вот заливкой будем заливать цветную капусту и в духовку. Сейчас начнем. Смотрите, я сейчас смажу подсолнечным маслом формочку, чтобы ничего никуда не делось, не прилипло. Саму капусту я уже посолила, поперчила.
И сейчас буду вот эту вот заливку сюда выливать и прям руками все перемешивать. Так, ну что, вот такую вот цветную капусту отправили на духовку. Примерно минут на 20, может быть, на полчаса. В общем, нужно смотреть за ней. Кто как больше любит, кто больше румяную, кто больше светлую. Мы будем ужинать женским коллективом. Да. А то что дождь идет, так не хочется звать мужчин, а они на рыбалке, да? Они все на рыбалке? Так, будет цветная капуста вот у нас. Я вот не знаю. Вот они за столом меня могут сфотографировать. За таким что красивым. У нас котлеты. То есть и... я могу выбрать? Можешь или можешь? Да. Да. То есть могу отказаться, да? Нет. Выбор. Подожди, я тебя сфоткаю. Нет, ну ты так покрути. Меня? Леся сегодня за фотографа. Григорий в магазин собирается, да, сынок? Чего ты? На, пакетик. Тебе что надо купить-то? А собачий корм там за сдачу. А как называется корм, который папа покупает? Чаппи. Ну, запишешь? Афоня, так он тебе вернул тапки? Нет. Я говорю, а ты куда утащил мою тапочку? Стоит и улыбается. Афоня, ты что, увез у тебя Лисины тапки? Да. Зачем ты увез тапки, а? Зачем ты увез тапки? Зачем ты тетя Лисины тапки увез? Да? А вот улов. 4 рыбешки поймали. Плавают и все. Да, вот улов. Да, сынок? Папа. Это кто поймал эту рыбу? Не трогай только, это дядя Миша, да? Что, тетя Вера приехала, нам пиццу большую какую привезла. Тут будем пробовать. Кто тут за Юня? Пиццу будешь, Афон? Поймал рыбу. А где ты ее поймал? А в ведерке. В ведерке? Да, в ведерке поймал. В ведерке сам поймал или тебе кто-то помог? Вава. Зоя? Так Марго. Или... Марго помогла? Да. Так а что ты об себя вытираешься, а? Ух ты, Афоня. Там веба. Не веба, а рыба. Та-дам! Кто поймал? Не бери только руки в рот. Могу. Не берешь? Да. Молодец. Не бери. Да-да. А веба. А, веба это. А, на вебу. О, локовый. Рот открывает? Хочет тебе что-то сказать? Да. Сказать, отпусти меня, Афонечка, отпусти меня, да? Ланади. Уже отпустил? Да. Здрасте, здрасте. И до свидания, да? Да. Пока! Это что такое? Не, я не за то. Я тебя спрашиваю, какой фильтр голова, и к нему губка идет, правильно? Большой такой одевается, губка. Так, ну что, на сегодня все, всех проводили, сейчас идем мыться и спать. Всем до завтра и пока.